У Гомельской епархии назначен викарный епископ с титулом Светлогорский. Присвячение архимандрита Амвросия у новый сан прошло у Москве. Его означаливал патриарх Московский и усяя Руси Кирилл. Сегодня просвященный Амвросий служил свою первую литургию у новым статусе. На ее побывала Ганна Каральчук. С Никольским мужчинским монастыром связано 25 годов его життя. Тут Амвросий принял постриг, служил рызничим, настоятелем монастырского подворку, загадчиком канцеляры. 7 годов тому стал наместником монастыра. Символично, что первая литургия у якости епископа для Амвросия проходит менавито тут. Повиншовать нового викария Гомельской епархии пришли десятки верников и представников духовенства. Те, кто ведает его на протягу долгих годов. Владыка Стефан у своем звороте пожидал Амвросию мудрости, терпения и крепости сил. Кого поставляют епископы, это не просто служение, а уже это Голгофа, на которой распят человек. Первые дни служения епископа – это цветы, поздравления, благопожелания. А дальше начинается будничная жизнь, борьбы. Ваш путь далек еще. На нем будет много и роз, а в розе шипы. У дзяцінстве, будучи уладыка Амвросій, наведаў храм разам з бабуляй. Яна і дапамагла юнаку ўстаць на праваслаўны евангельскі шлях, які сёння прывёў яго да епіскапскага служэння. Пакуль што Амвросій працягвае заставацца намеснікам Нікольскага манастыра, але ў той жа час адправіцца служыць і прапаведваць на Светлагорскай зямлі. У першую чаргу епіскап – это возглавитель богослужения, и поэтому первая задача, которая, если мне благословит правящий наш владыка, то я и буду выполнять. Но в первую очередь это, конечно же, божественная служба. Служение на приходах. Стефана я неоднократно посещал город Светлогорск по случаю разных мероприятий, которые проводились в Гомельской епархии. Поэтому, да, действительно, я знаком и с прихожанами, и особенно с духовенством Светлогорского благочиния, поэтому этот город мне знаком. Сегодняшняя литургия присвячена памяти апостола Аристарха. Зрозумело, что верники у этот день узгадывают первого керовника Гомельской епархии, архиепископа Аристарха. 22 года уладыка присвятил духовному служению на Гомельщине. И он был не только светком, але и удельником смены эпоху истории православной церкви. За свою деятельность Аристарх стал лауреатом премии президента Республики Беларусь за духовное одраджение и гоноровым громадянином города Гомеля. У 2012 году его поховали на территории Никольского монастыря. Ганна Каральчук, Валерий Гопанько, телерадио, компания Гомель.